Добрый день, дорогие наши читатели, подписчики канала «Книжный мир». Сегодня к нам в издательство пришел наш автор Андрей Савельев. Вы видите его книгу «Война в 16». Андрей Савельев – русский патриот из Киева, активный участник «Русской весны», событий 2014 года на Донбассе. Сейчас эта книга уже издана вторым изданием. Андрей, насколько я знаю, вы сейчас активно занимаетесь помощью жителям Донецкой Народной Республики, вашим, можно сказать, однополчанам, с кем вместе боролись за свободу и независимость молодых республик Донбасса. Расскажите, пожалуйста, как ваша книга, ваш сайт вашей книги помогают гражданам молодых республик? Ну, вы немножко преувеличили, потому что я сейчас только пытаюсь иногда оказать какую-то информационную помощь жителям Донбасса, которые в этом нуждаются. И в связи с тем, что иногда это получается, я планирую, что в дальнейшем я не буду делать это, не буду прекращать это. Так сложилось, что я, в принципе, никогда не занимался гуманитарной помощью, но сейчас, будучи в Москве и занимаясь журналистикой, информационной деятельностью, написал книгу о событиях в Донбассе, которые я пережил в 2014 году в городе Славянске и поселке Семеновка, а также в Крыму и Киеве. Я понял, что с помощью тех воспоминаний, которые описаны в этой книге, и биографии тех людей, которые тогда участвовали, можно оказывать некоторым героям, которые тогда принимали участие, помощь. Вот один из таких примеров произошел буквально недавно ко мне. То есть я связался с бывшим начмедом города Славянска, своей боевой подругой Ольгой Вязовской с позывным Лёля. И она рассказала, что сейчас серьезно болеет, она живет в городе Донецке с маленьким ребенком и сама не работает, и поэтому у нее нет возможности оплатить лекарства, которые ей назначены. У нее серьезные проблемы со здоровьем из-за контузий многочисленных, с позвоночником, с головой и так далее. И я понял, что можно попробовать ей помочь, опубликовав это на каких-то сайтах и в соцсетях. В книге «Война в 16», которую я написал год назад, она была издана в издательстве «Книжный мир», и благодаря вот издательству вышел уже второй тираж, второй тысячный тираж, и я взял оттуда главу об этой женщине, о которой я писал в книге, и опубликовал на дружественном сайте «Политнавигатор». Ее опубликовал там главный редактор, и уже буквально за сутки смогли собрать какие-то средства для лечения этой женщине. Потом это все я опубликовал в своих соцсетях, в телеграм-канале. Множественные дружественные телеграм-каналы опубликовали у себя, что повлекло за собой действительно какой-то лавинообразный информационный поток. Вот пост об этой женщине в телеграме набрал почти 30 тысяч. Это для телеграм-сегмента довольно много. И слава богу, удалось помочь этой женщине, ей достаточно теперь будет на лекарства, которые уже назначили и будут назначены. Поэтому я хочу еще сказать, что не обязательно там писать книги, просто кто связан с этой темой и кто даже не занимается профессиональной гуманитарной помощью, может просто вот узнавая о таких ситуациях, как-то помогать людям, потому что я не собираю сам деньги, я не занимаюсь официально этим. Я просто пишу об этом, прикладывая какие-то реквизиты самого человека, который нуждается, и вот это удается сделать. И это очень хорошо. Андрей, насколько я знаю, вы активно занимаетесь патриотическим воспитанием среди молодежи, ездите по различным учебным заведениям,
кадетским корпусам. Расскажите, пожалуйста, каков интерес среди вот, молодежи к вашей истории, книге? Благодаря книге мне удалось уже побывать во многих местах, где я проводил презентации и рассказывал о событиях шестилетней давности, событиях Майдана в Киеве, референдума в Крыму и начала войны на Донбассе в 2014 году. И иногда у меня посещали мысли, что правильно ли это все я делаю, мы делаем, вот мои знакомые, которые тоже или написали книги, или где-то публикуют рассказы о прошлых боевых событиях, где-то выступают, потому что все-таки война не закончилась, и еще она до сих пор продолжается, да, несмотря на то, что там перемирие, нет возможности иногда стрелять там в ответ, и в основном это окопная война сейчас, да. Вот, находясь в Москве, я об этом задумывался, стоит ли продолжать популяризировать эту тему и постоянно о ней говорить. Но потом все-таки мне пришел ответ, и я понял, что это нужно обязательно делать, потому что если мы этим не будем заниматься, то тема окончательно уйдет в какое-то, информационный мусорный ящик, и про нее все забудут в России, потому что у нас, к сожалению, клиповое мышление у большинства, и все склонны забывать даже самые яркие события, которые были на протяжении там, какого-то периода. И поэтому я продолжаю заниматься информационной деятельностью, я рассказываю о том, что было, что происходит сейчас, стараюсь привлекать внимание к этому, потому что Донбасс во многом выстоял, и ему помогают во многом даже журналисты, которые об этом пишут и не забывают. Если где-то власть может тему задвинуть на задний план, то журналисты всегда продолжают об этом говорить, в том числе телеканал «Звезда», до сих пор один из федеральных каналов, единственный, который постоянно поднимает тему Донбасса, и иногда даже меня приглашают, я там выступаю несколько раз, они о книге тоже делали сюжеты. И вот я также выступаю в кадетских корпусах и учебных заведениях, выступаю перед молодежью, начиная там от 12 лет и до совершеннолетия примерно. И постоянно замечаю отклик от этих людей, потому что у многих из них есть какие-то родственные связи с Украиной. Я всегда перед началом презентации об этом спрашиваю. И постоянно вижу, по крайней мере, там из 20-30 учащихся, там 3-5-6 поднятых рук, которые как-то связаны с Украиной. У кого-то родственники, у кого-то другие связи, кто-то оттуда переехал. И поэтому особенно эти люди, они знают все, что происходило там. И вот когда они слушают о тех страшных событиях 2014 года, о авианалетах, о бомбежках мирных домов, они, конечно, не могут представить и понять это все так же, как я это понял, находясь там, но все же для них это ближе, чем, например, когда к ним приходят ветераны боевых действий или Чечни, или Афганистана, или тем более оставшиеся ветераны, многоуважаемые ветераны Великой Отечественной войны. Потому что для них это происходило все многие десятилетия назад, и они не могут ни себя представить на месте этих людей, ни как-то, в общем, это живо представить перед глазами. А события на Донбассе, я им всегда говорю, что они происходят буквально в 1000 километров от вас, и даже в этот момент там происходят бомбежки, смерти, люди гибнут, и об этом нужно говорить, об этом нужно слышать. Это не нужно забывать, и находясь даже в Москве, нужно стараться проявлять какую-то причастность к этому, даже молодым людям, которые могут помочь или гуманитарной помощью, или просто вспомнить, написать что-то об этом, потому что такие же люди, точно такие же люди находятся на Донбассе, которые остро нуждаются в этой помощи. И уже множество я посетил корейских корпусов с такими лекциями, кто-то их называет «Уроки мужества», с презентацией книг даже в других городах, и планирую на этом не останавливаться, потому что я считаю это очень важной деятельностью, и в наш информационный век, когда из всех экранов, телевизоров, из интернета льется в основном непотребный контент, я считаю, что вот такие глотки свежего воздуха должны быть, нужно вспоминать об этом, причем
говорить об этом, о патриотизме, о любви к родине, о войнах, которые происходят на границах с Россией, или о противостоянии России с Западом, которое сейчас явно происходит. Об этом, обо всем нужно говорить и с молодежью. И не только взрослым людям, которые в основном это делают, но и таким молодым, как я. Особенно, когда у меня вот есть такая возможность. Потому что это очень важно. И если мы не будем этого делать, то, как уже это происходит, молодежь в основном черпает информацию из интернета, где в основном превалирует русофобское мнение на многие вещи. Большое спасибо, Андрей. Я напоминаю вам всем, дорогие читатели, то, что под, в описании под роликом будет ссылка на наш интернет-магазин «Книжный мир», где вы можете без торговой наценки приобрести книгу Андрея Савельева «Война в 16». Андрей, спасибо, что зашли. Всего доброго. До свидания.